Отдыхает кандидат в мастера спорта Владислав Бойко. 93-го года рождения, представляет город Черкассы, спортивный клуб 3 на 4. Боксом занимается 4 года, учет боев не ведет. Является призером чемпионата Черкасской области 2013 года. Тренируется под руководством тренеров Бориса Искры, заслуженного тренера Украины Андрея Мальонова. Напоминаю, завтра начало соревнований в 10 часов. Ooh!
Олег Корнет, 93-го года рождения, имеет третий спортивный разряд. Представляет город Черкассы спортивный клуб «Предымник». Учет боев не ведет, является финалистом чемпионата области 2013 года. Тренируется под руководством мастера спорта Игоря Приходько. Завтра начало соревнований в 10 часов. Приглашаем всех вас на соревнования. Приходите в 10 часов поболеть за своих спортсменов, которых вы поддерживаете. Всем спасибо большое. Сейчас определяем победителя, и сегодняшний день соревнований окончен.
А в этом бою победу одержал Владислав Бойко, «Спартак».